дальше, чем туда. Значит, ситуация развернулась следующим образом. Сейчас в поликлинику пришел человек, который находится на карантине по коронавирусу. Он наблюдается в поликлинике города Москва. Узнав, что у него положительный тест на коронавирус, он уехал в деревню жить. Сегодня, точнее вчера, у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген. Не сказав никому о том, что у него положительный тест на коронавирус, он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген. В этот момент уже пришла информация о том, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в лечебное учреждение. И он оказался сейчас в рентгене, мы его изолировали в боксированную палату. Сейчас за ним приедет инфекционная бригада, которая его госпитализирует в инфекционный стационар. Но каждый из вас в этот момент находился в поликлинике. Потенциально вы могли оказаться невольно рядом с этим человеком. Это не факт, что мы заболеем, тем не менее, каждого из вас мы должны, почему мы просим от вас ваши данные, каждого из вас мы должны сейчас записать, чтобы мы вас могли учесть. Каждому из вас выйдет бригада медицинских работников, чтобы взять маски. Вы с сегодняшнего момента, каждый, попадаете на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого доброго человека.